для этой посуды. Так, формируем вилки. Володя, где можно? Ковья. О, давайте, давайте. Ножа. Экспедиция собирается в новый заход. На новые места. Проверить, изучить. И с собой вот Паша делает вьюг, чтобы он был уравновешенный с двух сторон, чтобы не тянул на одну сторону, чтобы спины не набить. Вот так вот. Погода портится, чтобы дождя, дай бог, не было. Опа! Да. Ценный груз отдельно. Компьютер или там? Нет. А вот плитка, а. Плитка. А, плитка. Плитка с собой на случай дождя. Ну, поедут. Я остаюсь на таборе, буду ждать с экспедиции. Караули. Ну, удачи вам. Сейчас сделаю, загружу. Диво, да? Сразу видно. Еще одного не взяли, тут вот все замутили. Ставили молодого. Дикошары, что ли? Это вот все поднять, мы сюда стрелять. Имник? Да. Ну-ка вот это вот. Того, право. Вот привязывает. А, я думал за эту. Чтобы тюк, вьюк назад не спускался. Бывают уздой прихватывают. Это когда на горах. На горах. А, на ровном. Ну еще какой олень. Другой сам не сбрасывает. Не держит даже на горах. Задники. Уздой. Вот так завязывает Павло. Вот такой хороший узел, надежный. Все, загрузка пошла. Нама. Седло, на котором ездят сами. Вот такое, с крылышками. И вот Паша туда сядет, как в кресло. И будет на нем. Хотел я проехать, но не залезу уже. Нет. Лена рассказывала, как Илью Ивановича сажали. Свернулась, Паша. Вон там, во-во-во-во, разверни. Горги называется вот это, которое подтягивает. А вот на вьючном седле называется, Паша сказал вам. Вьючном. Замечательно. Все поместилось? Все поместилось. Вот это наверх называется на привьюк. Вьюк. А если что, наверх еще ложится привьюк. Все, надо ровно. Оленю больше как бы вперед, вот так, на горб сдвинут вьюг. Подпруга, ты Нептун, красивое название. А вот на том седле горги, там по-другому, там пряжка, которая застегивается, а здесь завязывается по-ивенкийски узлом.
Все, пелазус, ружья, бачки, сумины, пленки. Экипаж к бою готов. Все, Паша нам уберет. Седло свое уже. Ага. Байкал радуется. Тоже сидеть надоедает ему. Караван готовится к бою, к переходу. Седовой. 11 оленей. Вон еще собака там. 11 оленей, 2 каюра. Трое ученых. Так, Паша поправляет еще. Что, собаку привязываешь, Паша? Нет, нет. А? Нет. Все, караван. Выпрямляют. Вот такой караван из 11 оленей, 2 каюра. Токинско-Становой национальный парк. Володя двинулся первый. Или первый Байкал. Байкал. Байкал, ах ты. Да. Ладно, все, аямат, Паша. Все, да, до следующего сезона. До следующей работы. Увидимся. Аямат, Володя. Все, пошли, пошли, ребята.